герой Советского Союза Зеленко Екатерина Ивановна, летом 1941 года посылалась на самые трудные задания, 12 раз участвовала в воздушных боях, неоднократно летала бомбить объекты противника ночью. Всего за период ее боевой работы, Зеленко имеет 40 боевых вылетов. 12 сентября 1941 года у города Ромны, после выполнения разведывательной задачи ведущей в паре, капитан Лебедев был атакован истребителями противника, его Су-2 получил серьезные повреждения, и он вынужден был выйти из боя. Оставшись одна, Зеленко вместе со штурманом Павлуком приняла бой. Один из фашистских истребителей заслонил смотровое стекло, Зеленко нажала гашетку ШКАСов, гитлеровский самолет загорелся и круто ушел к земле. Штурман Павлык доложил, что ранен, Зеленко отдала приказ покинуть машину, а сама сделала то, на что решался редкий мужчина, протаранила еще один самолет противника, но и сама при этом погибла.